Надеюсь, вам музыка понравилась. Супер. Вот. Игрок номер один. Ваша минута. Доброе утро, музыкант «Красный игрок». На всяке выпила пиво. И потом слушала рюмку водки на столе. И было очень хорошо. Не ручаюсь за то, что я сейчас буду нести, потому что реальное пиво разбавилось художественной водкой. Смешение чудное. Ладно, хватит хулиганить. Кстати, хочу сказать про выбор музыки ведущих. Очень интересный сюрприз для достаточно юного человека, который даже младше моей дочери. Вот пристрастие к таким базовым, хорошим музыкальным номерам, которые проживут еще. Ну, рюмка водки на столе, это было для меня. Пиво запить. Если успею, расскажу такое. Дочь моя увидела, давно наблюдает за денежными купюрами, говорит, там портреты какие-то, кто. Я хочу быть на денежной купюре. Что надо сделать? Я говорю, прославиться. Она говорит, хорошо, куплю магазин, куплю много мороженого, всем раздам и прославлюсь. Спасибо, Костя. Спасибо. Доброе утро, город. Джессика, красный игрок. Игрок номер один. В принципе, все неплохо. На 180 градусов от прошлой игры, но в принципе неплохо. Я пока не знаю, как играть. Вам мало надо, я вам хочу сказать. Я думала, что мне мало надо, вам надо еще меньше. Я с вами пока что поиграю очень аккуратно, но в принципе позитив был, поэтому можно поиграть. На втором номере я могу рассказать, у меня есть время. Я сейчас занимаюсь тем, что я организовываю себя на работе акатон. Кто-то знает. Да, не знаете, что такое акатон? Акатон – это за маленькое время надо какую-то идею воплотить в небольшую жизнь. То есть какая-то идея хатшанит, и вот ее надо… Это вот. У нас и мифаль Ицур, то есть, в принципе, им хатшанут – это, в принципе, очень все это в новости и так далее. Мы когда это затеяли, думали, у нас будет, там, может быть, 20 районов, дошли к тому, что есть 40 районов, и сейчас это все надо как-то съесть. Доброе утро, город, красный игрок. Говорит, что я опять красный игрок 6 раз подряд, уже будет оксюмороном, это будет слишком. Действительно, красный игрок. Речь первого отличная, очень сильно понравилась. Ну, второго тоже, жалко, что не успела, то есть будем смотреть. То есть, собственно, на третьем номере сказать больше пока нечего. Спасибо большое, дальше. Спасибо, игрок номер 4 вашему. Доброе утро, город. По сути, для меня, если поговорили мафы, то мало. Обосновываю. Игрок номер один. Хорошая речь. Видно, что динамичная. Видно, что от души. Видно, что расслабилась. Ну, как говорил, если вы Черчилль, что мозговые клетки лучше всего работают на горючей смазке, на алкоголе. Что-то в его словах было. Госпожа Джессика, ваша речь мне тоже очень понравилась. Я сама любитель ведения мужа, но сама не на ранге начальника. Ну, мне нравится, что вы играете с номер один, ваш настрой позитивный. Игрок номер три, мне нравится ваша позиция играть с один и два, но мне очень не понравилось, что ваша речь короткая. Я просто знаю, что вы можете больше. Если просто поддержать какую-то тему, я уверена, что в дальнейшем вы научитесь просто на будущее. Я чуть-чуть подвинула. Так что для меня, если ставить акценты, то 2-1-3, просто потому что один у ней даже не о ком пока поговорить. Чисто поэтому 2-1-3. Но пока что никто для меня, у меня подозрения сильные. Я поиграю со всеми. А чего речь короткая? Ну, человек сказал, спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 6, ваш. Вот это фейл. Это эпично. Да, и теперь все просят вас на проверку. И что с вами делать после этого? Проверять. Ну, что делать? Отстрелить вообще. Мафия, отстрелите. Так, теперь, давайте так. Вот я на 6 номере. Вы недавно играете? Недавно? Давно? Вообще недавно. А, давно играем. Но не здесь. Ну, короче, неважно, whatever. Понятно, здесь первый вечер. Так, давайте так. Для меня точно поговорило как минимум 2 красных игрока, просто по математике. Теперь, по эмоционалу это игроки 1 и 2. У вас 5 секунд. Дальше, я поиграю сейчас 1, 2 и 4, вот так. 3 и 5 у вас совершенно короткая речь, 5. Опять? Я даже не знаю, речь ли это вообще. Нет, я не буду никого выставлять. Пилить.
Следующий? Игрок МС Машинист. Доброе утро, город. Ну, вообще, конечно, замечательно. Но игрок номер один. Вы мне понравились. Я с ним играю. Кроме два. Вы на меня не смотрите. Игрок номер два. Я с ним тоже играю. Так, игрока номер три пока в сторонку, попозже я скажу вас. Игрок номер четыре с вами играю. А вот игрок номер пять, это что? Действительно, что это было? А, вас это вообще? Хотя вы прошлую игру вы за красную карту. Все вам понравилось? Ну, не будем говорить так, что мы вас в сторону возьмем. Значит, игрок номер шесть. Я пока вас осторожненько в сторонку возьму. Вы для меня как бы красный, но если... Ну, не поиграю с вами. Я хочу вас еще послушать. Игрок номер три. Для того, чтобы играть вторую игру, второй раз играть, и мы поговорили замечательно. Чуть-чуть больше говорить, а так речь прекрасная. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер восемь. Ну, смотрите, играю 1, 2, 4. Точно. 6 и 7. Я в сомнении, но я вам сейчас не даю. Я скажу, почему. Игрок номер пять. Вы хотите? Вы будете говорить? У меня к вашему окончанию речи большие подозрения. Не хотите, да? Потому что мне игрок номер 10 понравился тем, что он попросил бы вас выставить. Я бы сейчас вас выставила. Вы хотите или не хотите? Для игрока номер 5. 5 принято. Смотрите, вы поговорили, правильно? Потому что у меня, вот к этому, еще раз повторяю, к этому окончанию речи подозрение. Если вы поговорите хорошо, то тогда все замечательно. А что у нас, я прослушала, подумала, 6 и 7, вы поиграли с пятеркой или что, или вам понравилось? У вас 10 секунд. Замуйте. Приятно было слушать, посмеяться, но по смыслу игры это менее красно. И это игрок номер 9. 13. Нет, ну я, наверное, родилась с этого поклонника. Я не знаю. Еще нет. Все. Госпожа Мировой машина. Я знаю, что игрок номер 5 действительно меня насторожил, но вы еще там скажете. Вы потом скажете. Я бы проверила как раз кого-то между 6 и 7. Нет, там что-то непонятно. Теперь 1, 2, 3, 4, мне кажется, там действительно мало чего. Можно и даже я бы поиграю со всеми. В центре я бы расставила 1, 2. Покраснее 3, 4 чуть менее. Ну, тройки вообще претензий нет. 4, вот мне немножко так вот, что она всем так улыбается, со всеми заигрывает. Это ей что? Да, я играю 1, 2, 3, 4, при этом 1, 2 для меня краснее. 3-4 чуть менее. Проверку я бы попросила. 6-7. С 5, да, надо разбираться. 8. Мне понравилось выставление. Я поиграю. Потому что я согласна. Человек, если не захотел вот так вот говорить, пусть поговорит. 50 и скажет. И это время. Игрок номер 10 вашего. Я доступил. 9. За что я это? За что? Давай номер 9. Смотрите. День принято. Злостно. Следующий. Как мы пили? Значит, 6, 7, 8, 9, 10 голосуют в 5. Остальные не голосуют. Прекрасно. А почему вы спрашиваете 9 насчет 4? 4, по-моему, не поиграл только ведущий. Остальные поиграют с 4. Причем, игрок номер 6 поиграл. 6 и 7 поиграли в одной позиции, а 7 выкинул 6. За что? Нормальный пацанчик. Все он выкидывает. Вам не нравится. Вам не нравится, что вы играете, вы имеете то же самое мнение, а вы тоже не поиграли. С кем? Вот 10 секунд. Они поиграли 1, 2, 4. Правильно? Правильно. И 6 так поиграл. А 7 сказал, я тоже поиграю 1, 2, 4. Но и это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 5-9, повторяю, 5-9, опускаем руки за микрофон номер 5. Спасибо. 5, это было, не было, 5 голосов принято, опускаем руки за микрофон номер 9. 5 голосов принято. Игрок номер 5, у нас автокатастрофа между игроками 5 и 9, игрок номер 5, волшебный. Вообще это был слон.
как бы. Чем 10 дней после слова спасибо, рука не доставляется. И он даже сам показал, типа, что я сделал. Вот. Ну, ладно, как бы ведущий решил, что это нет слома, попил, так попил. Вот, хотели меня послушать. Вот почему именно про 9 сказал, что с 9, с каких пор играет с 4 по нулю, они рубятся постоянно, как мы с Джессикой. Поэтому это вообще очень странно для меня. По 5 секунд. Проверяется 5. Ладно, смотрите, вас чуть десятка не сломал. И это время. Игрок номер 10, игрок номер 9 вас опомнит. Смотрите, вы поиграли с четвертой тоже, я с ней поиграла с ней. Потом, что это за отсылки от всегда, а не рубятся, ну, во-первых, не всегда. Я не знаю, у меня более подозрительная 6-7, но теперь 10. Но это слом, это даже не попытка слома. 5 секунд. Ну, в общем, пятерка мне не нравится. То есть у меня 5, 6, 7. И это время. Мы переходим на повторное голосование. Голосование проходит мимо игроков 5 и 9. Повторяю, 5 и 9. Пускай будет игрок номер 5. Спасибо, 5 голосов принято. Пускай будет игрок номер 9. То за то, что оба игрока подняли стол. И это город хочет. У нас недобрая ТГ, подбираем 6. Игрок номер 6, у вас минуты права лучшего хода. Игрок номер 10, стофол. Ничего не показалось же. Игрок номер 10, второй фол. Ничего мне еще сделать с вами. Иди считать в одну команду черт. Ну как. Ты будешь 10 делать. Давайте так. Я скажу 9. Скажу 8. Там не нашел нахуй. Вот 10 секунд. 7-8-9. 7-8-9 30. Спасибо, город. Доброе утро, город. А можно мне поставить вот этот технический? Просто позвонить 2 секунды. Смотрите. Мне не понравился игрок 5. Мне не понравился игрок 8. 9. И 10, которые сама, но 10, если потом как-то поставим, ну, не знаю, 10 мне тоже не понравится. Но вот и 5, 8, 9, а потом вот все остальные. Один мы сейчас послушаю, 3-4 мне понравились, вот это вот так, что без проблем, но. 7, мне скажи, больше понравился, чем все остальные. Я выставлю игрока номер 5. 5 принято, у вас 10 секунд. Пока что пусть постоит, мы его послушаем. И вообще послушаем, что здесь происходит, потому что, в принципе, мне вот та часть. Спасибо. Спасибо, игрок номер 3. Можете 2 секунды, пожалуйста.
Можно? Минуту? Да. Технический перерыв? Маш, я только это... Ну, далеко не уходи. Нет, я тут. Я все. Чуть-чуть, только, чуть-чуть. Я только проверю, что это, если это не... Можно? Нет, нет, нет. Технический перерыв. Я... Можно тебе уже хлопать? Сейчас мы ждем. Готова, Ладошка? Ну, она спускает. Смотри, уже на ответе да нет. Уже да нет. Они пишут, да, все, вперед, вперед. Насчет игрока номер 4 я хочу еще раз послушать. Насчет игрока номер 5. Как-то вообще все сумбурно вышло. Все очень странно, буквально за 15 секунд. То есть то ли ведущий посчитал, что спасибо, пас, это считается окончанием спасибо, речи. Здесь это было не нарочно. Здесь это было... Я даже согласна. Пять, потому что уравесит, даже если раз, уравесит опасно для стола тем, что не дает информации, тем, что лишает нас своей точки зрения. Ну, вот мое. Он мне не нравится, но все-таки есть еще кое-что и правила клуба требуют. Я выставляю и игрока номер 10 тоже, потому что игрок, который сломал, игрок, который невнимателен на попит, это дорого обойтись. Для меня, конечно, 5 более подозрителен, но 10 тоже опасен. Дальше вопрос, кто здесь третий? Пока что у меня вне подозрений 2 и 3. Один я послушаю еще раз, они у меня вне подозрений, ошибки понятности и хорошей речи. Подозрительно, что со мной действительно не рубятся, но... И это время. Группа МП, ваше мнение. Заветное слово – это всегда окончание речи, неважно, в каком контексте оно упоминается. Дальше. Заметили? Двойка на своей речи. С первым делом выставляет 5. На всякий случай пусть постоит. Это классика, это то, что вот я объясняю игроку номер 9. То, что у нас постоянная любовь, даже когда мы в одной. Вот, хоть в черной, хоть в красной. Причем, что интересно. То же самое у вас примерно с психопаткой, так что. И когда вы по нулю так вот дружите друг с другом, мне это очень не нравится, это очень сильно настораживает. Теперь 10, который ломает попил. По сути, это фактически был слом. И представьте, что есть такой план, например, у мафии, вывести красного игрока. Вот, допустим, 10 черное, 9 красное. Или наоборот, 10 красное, 9 черное. И есть такой вот план сломать, но так сломать, чтобы самому потом не уйти. Не показать, типа, ага, я сломал. А как бы, ой, да, что-то я забыл. Но ведущий как бы входит в позицию, начинает. Ведущий должен быть беспристрастный. Вот, потом фолы тоже. За что фолы? Фолы – это когда информация по столу. А то, что он там что-то дернул рукой, вообще как бы ни за что. Доброе утро. Вернула меня не убедили. Я с вами пока не играю. Мне не нравится ваше поведение. Играю в зубы четверкой. Я согласна с каждым ее сказанным словом, потому что для вас это непростительно, господин Иван. Так, дальше. Троечка. Ну, вам объяснили, что как бы после слова паса уже не говорят. Вот и Что навело мои подозрения на вас? Вы сказали перед тем, как игрок номер 4 произнес те заветные слова, после того, как игрок номер 4 произнес те заветные слова, вы сказали, что это было не нарушено. То есть вам вполне, вот она, пожалуйста, вот я сейчас как вижу, с вашей точки зрения черная команда легко нарисовать. 3, 5, 10, да, 10 сломал. А вы против трех не играете, а вы пытаетесь искать еще что-то там и кого-то. Вот это я понимаю, что у вас есть соображение, но против вас меня настроило вот мои мысли вот такие. По 5 секунд. Ну, значит, игрок номер 10, которого я просила, вы тоже или нет? По десятку просили. Кто-то тут мне тоже показывал. Вы просили десятку на проверку. Я вижу, что до этого все сидят. Мы будем думать, что он нечаянно. Игрок номер 9 ваш. Я десятку не то, что просила на проверку, а я думала, что это понятно, что тот, который снимает стол, он уходит, но проверить его можно и оправдать его в случае.
положительной проверки тоже может. То есть, ну, слом был такой, что и такое раскаяние было искреннее, что я бы даже допустила, что выставить 10, а он выставил. И кто выставил игрока номер 10? А, четверка как раз выставила. А, игрок номер 8. Я вас тогда не очень понимаю. 4 и 10 тогда не в одной команде. То есть вы можете поиграть или против 10, или можете поиграть 4, а 4 против 10 выступает. А игрок номер 4 со мной играет. По идее, слома не было. Хотя вот здесь вот, если был слом, это меня как раз отрасло. И это время. Вдруг он здесь вошел. Вот сижу такой черный десяток, да, и вот стоят игроки 5 и 9, да? Кто опаснее для мага? 5 или 9? Кого бы я сломал? Я был бы черный. Вот серьезно. Кого? Я бы в 5 сломал. Почему? Потому что вы эмоционал. Как я бы сломал бы? Вот так спокойно. Как я в 9 сломал, так я мог бы с 5. Я стоял нормально. Все нормально. Это не слушайте его, 10 голосовало в 5, он не мог сломать. Это фол. А, ну да. Ну видите, какие аргументы поили. Зачем и мне черным игроком ломать? Я знал, что я уйду. На кого я хотел поменяться? Один на один поменять, это невыгодно резюме для мафии. Это базы игры. Я реально перепутал. Когда говорят, опускаем руки за игрока, это я не привык к такому. Вас 10? Я перепутал. Мне 8. 8-5. И это время. Выходим, идем ваши минуты. Доброе утро. Все ждут, что я поговорю. А пиво уже вылетелось. Потому что действительно нехорошая ситуация по столу. Очень нехорошая команда, нехорошая позиция. Десятка, я не верю в то, что был опытный игрок. Мы со своим дочерью на... Не верю я в такие вещи. Ну, даже если вы так расслаблены, почему вы расслаблены? Почему? Беседер, как-то все это нехорошо. Девяточка, ну, вы правы, что в таком слове вы окрасняетесь. И раскладываете по-красному. Насчет восьмерки и четверки, что-то мне сейчас не нравится вот этот замут. Четверочка, вы очень мило говорили, просто опыт игры с вами говорит, что когда вы очень милая, вы можете быть черный. Хорошо, но... Раскладывайте по-красному, да. А восьмерка, я что-то не поняла, что вы там... Что это не нарочно, это нарочно. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 5, 10, 4, 8. Повторяю, 5, 10, 4, 8. Опускаем руки за игрока под номером 5. Спасибо, один голос принято. Опускаем руки за игрока под номером 10. 4 голоса принято. Опускаем руки за игрока по номерам 4. Опускаем руки за игрока по номерам 8. 4 голоса принято. У нас автокатастрофа между игроками 4 и 10. Почему? 8 и 10. 4. Хорошо. Игрок номер 10 ваши полминуты. 4, 5. И кто? 2, 3, 7, и я голосовали 8. Как, кто скинул голос? Как попились? А, девятка скинула голос. Пятерка. Девятка могла меня добить. Поставил бы пятую ручку, я бы улетел. Зачем надо голосовать голос? Один, четыре, пять и восемь. Вот 10 секунд. Выбирайте. Ну, 8. И это время. Игрок 0-8, ваша помощь. Ну, правда, смотрите. Красный, я игрок. Кто мы сейчас голосуем? Кого-то вы, правильно? Сейчас, если выводите, то выходите красный. Ну, вы видите. Игрок номер 10 раз. Ну хорошо, смотрите, наверное, да. Я как-то больше по эмоционалу пойду.
По правилам игры, да. По правилам игры. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 10-8. Повторяю, 10-8. Кто за то, что игрок номер 10 покинул стол? Спасибо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Принято. Кто за то, что игрок номер 8 покинул стол? 3 голоса. Игрок номер 10. Пошел. Еще раз, какой смысл мне ломать по 10-рых? Я уже знаю, что я в любом случае уйду. Я такой дебильный черный. Обмен одного красного. Если ломать, то имеет смысл, что если ты нашел шерифа, тогда ломать. Так ты вывел шерифа, у меня не будет проверки. Зачем ломать в красный? Чтобы я потом ушел? Это неравноценный размен. Спасибо. Пойдем быстро, пойдем. Город входит. Leave your keys, I know, for just one second. You'd be back to bother me, Lord, I'm out there. Walk down the door, just turn around now. But you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, no. I will survive. Oh, but as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. Pieces of my broken heart, and after all so many nights of feeling sorry for myself, I used to cry. But now I hold my head up high, and you see me. Somebody new. I'm not the change of little person still in love with you, and so you felt like driving in. Сейчас. Игрока номер 10 не защитил. Все-таки выиграл. Или игрок номер 5. Это значит... Это значит... Что он вполне может быть, что он уйдет... Я помню. 4 выставила 10. Я помню. Вполне может быть, что десятка была проверенная, ушла черная. Понимаете, если у вас сейчас шериф не скрывается. Но если у вас сейчас шериф не скрывается, а у шерифа третий... Вот 10 секунд. Не должен скрываться. И это время. Мы прощаемся с игроком. И это лучше раскрывать игрок в вашей линии. Добрый утро, город. Собственно, почему я изменил свое голосование перед попилом с восьмерки на десятку, потому что речь десятка не правила. Ну и, собственно, что подтвердило то, что мафия убила восьмерку в эту ночь. Двоечка. Не нравится. Почему мне не нравится? Просто. Почему не четверочка? Ребят, мне тяжело подумать, я даже не знаю, что такое слом. Я пытался понять во время этой партии, но вы мне объясните. Вот 10 секунд. Спасибо. Ничего, все, пас. Игрок номер 4, ваша минута.
10 он, ну, 10 говорил не он. 18. Я подозреваю, что. Но сама шерифом не являюсь, чтобы никто на меня тут не смотрел, и поэтому подозреваю всех. Но по прошлому, ну, мне еще было выставлять номер 5. 5 принято. Который одет плохо, который смутно достал, который призывает статистику и пытается включить паранойю между двумя игроками, которые наконец, знаете ли, сыгрались. И которые... Ну, можно, скорее всего, 10. И 5. Тоже ваш третий. Тоже. Вот. И это время. Смотрите, есть такое понятие противовес. Противовес – это не баланс, потому что баланс – это точно положение. Противовес – это не точно. Выставляю игрока номер 4. Вы выставили 10, и, по сути, благодаря вам 10 ушла. Вы в первый раз поставили руку для того, чтобы был побит, то есть девятка скинула. Почему 5? 4 выставляет 10. 4 ставит руку, чтобы был побит. После этого 4 точно так же ставит еще с другими четырьмя игроками. Но поскольку вы та, которая выставляла, та, которая... Нет, она не шериф. Вот. Вы тоже не шериф, вы ищете шерифа. Вы тоже, судя по всему, не шериф. Для меня как бы не может, для меня вполне может быть команда, что и девятка может быть. Почему десятка говорит, что я такой глупый маф, что я вот так вот ломал бы специально? По ошибке вполне возможно. Это не потому, что глупый маф, а потому, что по ошибке. Вы шериф? Скажите ваши проверки. У меня просто по остатку больше нет шерифа. Тогда вы просто скажете свои проверки на своей речи. Вот. И даже если у вас нет критики, вам можно продать отбрить деньги. Я говорю, тут нечего играть. Сидела до последнего, но я собиралась скрываться. Мне нечего вам помочь. Шестерка, восьмерка, красная пятерка. И самое интересное, проверяю шестерку, ее убиваю. Проверяю восьмерку, ее убиваю. Кого проверять? Девятка? Я девятка, двойка под подозрением. Двойка тоже под подозрением. Спасибо, пас. Спасибо, игроку, где вашему? Оставляю игрока номер 5. Я здесь шериф. Пятерка, проверенный черный, еще в первую ночь я в него голосовала. Была единственная. Не стала обидать, потому что, ладно, критика против десятки не переубедить. Семерка сама нашлась. Я специально не скрывалась, потому что вы не договорились, кто из вас будет скрываться шерифом. Четверка проверенная. Я почему пошла четверку проверять, потому что вот этот вот замут между 4, 10 и 8 мне был непонятен. Восьмерка отстрелилась красная, восьмерка топила в четверку, но четверка красная. То есть может быть десятка уходила черная. Потому и ломала. В общем, сейчас входит пятерка, тот же самый противовес. Десятка ушла под вашим ножом. Вы агитировали. Четверка выставила. Я не помню, в кого там четверка сначала проголосовала. Но десятку. Но четверка красная проверка. Тут ничего не поделаешь. А в десятку вы собирали голос. Доброе утро. Вы госпожа шериф. У вас 4 красные, 5 черные. Ага. У нас, значит, еще третий должен быть, если еще десятка уходила по черному. Смотрите, меня что смутило. Лично мое. Восьмерка, вот когда десятка ушла, их же вдвоем там вот замутивали. Вот замут был десятка-восьмерка, десятка ушла как бы под вопросом черная или черная. И можно было продолжать подозревать восьмерку. Можно было гипотетически. Ее отстреливают, и мне что-то вдруг показалось, что это, ну, статика. Что... Ну, вы понимаете, о чем я. А статику назначают, когда новый игрок стал. Мы не знаем, это у меня вот такое предположение. А я сказала свое предположение, подумайте об этом. Потому что восьмерку невыгодно было убирать ночью. Можно было еще поиграться, что она черная. И еще запудрить мозги. Ну, подумайте об этом, госпожа шериф, опытный игрок. Намного умнее меня. Спасибо, Вас. Спасибо, игрок. Мне не нравится шериф номер 9. Мне больше нравится шериф номер 7. Это же вот две красные проверки.
У вас 5 черная проверка. И вы ее когда проверили? Первую ночь или вторую ночь? Интересно. 5? Первую ночь 5? И что ж вы так не это вот, нерьяно прямо рвали на себе это вот? Выставили. При 9 критики нет. Мне не нравится ваша. Проверка на 4. 4 стоит. Смотрите, у нас сейчас проблема, у нас сейчас 3. У вас вы сказали, что вы проверили 4, проверили 5. Окей, то есть, в принципе, и у вас критика, и у вас критика. У нас у обоих шерифов критика. Ну, я Мэрвальда Алба. То есть, я пойду чисто потому, что вскрытие было лучше. Мне нравится, вы как-то не... Да, я... И это время... Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 5-4. Повторяю, 5-4. Кто за то, чтобы игрок номер 5 покинул стол? 3 голоса принято. Кто за то, что игрок номер 4 покинул стол? Игрок номер 4 покинул. По какому? Нецензурное слово. Балансу. По каким формам? Понимаю. Красную проверку. По какой неприличное слово, если за столом два шерифа и красную проверку понимают? Вот объясните мне, выбирают. Скорее всего, ее не было, потому что 10, скорее всего, уходил по черному. Но кто же нафиг слушает психопатку? Простите, пожалуйста, господин ведущий, можете поставить фон. Это опять игра в кассандру. Ну кто же меня слушает? Ну, ладно, вот вам, на всякий случай, мой баланс по завещанию. Поставили 1, 4, 9 вместе. То есть, как бы, для меня вот это вот команда черных. Опять же, вы сейчас внимательно послушаете, кого дают проверками, поэтому вам будет вот тут легче. У вас сейчас остается 1, 2, 3, 4, 5 человек. И опять же, есть шанс, что у нас 2 мафии. То есть, вы все еще в критике. Поэтому все равно надо определяться с шерифами и с черными. Для меня шериф больше семерка, чем девятка. Окей? Это вот чисто для меня. Я отстрелянный красный. Спасибо, Бас. Спасибо, вы прощаете. Я целую открывать игру 5, 2 минуты. Про схемы почему? Я пишу постоянно про схемы и делаю упор на схемы. Если играть правильно по схему, то у города огромное преимущество перед мафией. Мафия выигрывает только за счет того, что она пытается повести город не по схеме. Первое правило схемы. Человек, который ломает, он уходит. Его можно даже не проверять, он потом уходит. Даже если это красный игрок, сломал красного игрока, он все равно уходит, он повредил городу. Такое не должно происходить. А вот мафия такое делает. Поэтому десятка уходит правильно, он ушел по схеме. После него уходит тот игрок, который стоит с ним в противовес. Это не баланс, то, что сказал четвертый игрок. Это называется противовес.
Она выставила игрока, все время ставила в него руку. Неважно, кто собирал. Она была очень активным участником. Ее рука была решающая, чтобы был сперва попил, а после этого была еще и решающей на вывод. Поэтому, если 10 все-таки оказался красным, то в противовес уходит 4 по-любому. Плюс 4 в противовес может уйти восьмерки, которая просила и проверить 4, и выставляла, и играла против нее. Выставляй игрока номер 9. 9-3. Теперь, как, сколько 9? Назови меня черным. Мяч. Вдруг 7 машин. Доброе утро, город. Значит так, игрок номер 5 для меня 100% стопудово красный. Проверил эту ночь игрок номер 3 красный. Я выставляю игрок номер 1. По остатку у меня получается 1 и 9. Спасибо. У вас один принят, а игрок номер 9 ваш минут. Выставляю игрока номер 5. 5 принят. Номер 7. Или у вас тогда ушло две мафии в лице 4-10? Потому что 18 пилось. У меня за столом две мафии найдены. Это 5 и 7. Получается, что 10 это ничего. Это тогда действительно все объясняет. И слом, и шел правильно. 4, которая вместе с ним черная. Больше всего в него добило, добавляло, стало к нему противовес. По вашей же логике? Нет. 4 проверенная красная. Поэтому 5 это тут. Ну, 5 найдено. Семерка нашла сама, всех остальных я просто даже не проверяла, не буду, закончила. Значит, в основном осталось победа. Голосование. У нас уже 4 и 10, или там 4 была проверена. Получается, что 10 победит. У игрока номер 7, но игрок номер 7 пишет единицу в команду. И это время. Игрок номер 1, ваша минута. Доброе утро, город. Я верю в шерифа девятки, потому что она правильно решила в одной команде. А кто вас предложил на роль шерифа? Кто сказал, ну, шериф, скройтесь и повернулся к вам? А, да, как-то вы ее нашли по остатку. Почему вы не нашли девятку? А, смотрите, сейчас уберете меня, я красная, в доску. Останетесь 2-2. Уходит пятерка. Просто даже, ну вот вы же рассказывали, ушли из этого угла, уходит из этого угла. Теперь наоборот, из этого угла, потом разберемся. Какой угол кидать пинг-понг. Спасибо вас. Спасибо, игрушка, быть при вашем уроке. Собственно, понятно, тактика мафии. Собственно, оставляете меня в живых, потому что опыта игры нет, и голосовать может быть сумбурно, по эмоциям, и так, и вся. Все верно, естественно. Но в этот раз я поверю все-таки пятерочке и семерочке. Буду голосовать против. Спасибо. Спасибо. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены на игроки 9-1-5. Повторяю. 9-1-5. Кто за то, что игрок номер 9 покинул стол? 3 голоса принято. Кто за то, что игрок номер 1 покинул стол? 0 голосов принято. Кто за то, что игрок номер 5 покинул стол? Игрок номер 9 ваша минута. Смотрите, игрок номер 3 опасный. Простительно, вы не знаете, каким человеком стоит. И выбирать шерифа надо, ну, как бы не основываясь на том, что верите вы кому-то лучше или не верите, смотреть на совокупность. У меня вскрытие было, я не могу слушать игрока номер 7. Против игрока номер 7 играет то, что у нее очень полезно для мафии. Во-первых, прохожих нет с столом. Так легче убедить город, что в городе критика, потому что красный уже ушел, останется там. То есть доверяться вот своим каким-то ощущениям можно, но это бывает очень опасно. Сейчас у вас это прокатило. И это время. Мы обращаемся с игроком и отбираем опыта города.